Мамочка. Кая, ты не звонишь в такое время? Что случилось? Ничего. Захотел услышать твой голос. Мама, знаю, я никогда не говорил. Знаешь, я очень люблю тебя, мама. Ну что, начали? Сразу же стреляйте, если он в меня выстрелит, стреляйте в него. Не дожидайте журналистов. Хорошо? Хорошо, Каябей. Что ты здесь делаешь? Там Кая! Это ты что здесь делаешь? Он же сейчас выйдет! Уходи отсюда, Азат, уходи! У нас будет ребенок! Знаю! Али, говорю тебе, у нас будет ребенок! Выслушай меня, Али! Да знаю я, знаю! А для чего я здесь? Зачем я пытаюсь его убить? Зачем я рискую жизнью? Почему я здесь? Я делаю это ради ребенка! Я умею только так, и никак по-другому! Ради ребенка я делаю то, что умею делать лучше всего! А теперь пусти меня, я пойду. Ради ребенка. Уходи отсюда, Азат. В прошлом году благотворительные взносы Биркан Холдинг увеличились на 30%. И это без учета... О чем я говорил? А, и это без учета пожертвований в благотворительной организации.
Уходи, Азат, уходи. Уходи ради ребенка, уйди. Я не буду рожать. Что? Клянусь, я сделаю аборт. Сначала я не смогла, но на этот раз я это сделаю. Я не хочу растить его одна. Кто сказал, что ты будешь одна? Тебя убьют. Посмотри, вокруг никого. Не может быть все так легко. Оглянись вокруг. Я не хочу растить ребенка без отца. Я хочу большего. И я не хочу, чтобы ты мстил за него. Я хочу, чтобы ты носил его на руках. Не хочу ходить с ним к тебе на свидание в тюрьму. Я хочу, чтобы он ходил с папой в парк. Чтобы он ходил с папой в школу. Чтобы мы вместе были на его выпускном. Я хочу, чтобы он рос с родителями. И я не хочу, чтобы у него было такое же тяжелое детство, как у меня. Я не хочу этого. Ты понимаешь, Али? Азат. Послушай. И если ты пойдешь убивать этого человека, я сделаю аборт. Пусть им сойдет это с рук. Мне не нужен герой. Мне нужен отец для ребенка. Мне нужен только отец для ребенка. Чтобы он воспитывался отцом. Иди сюда. Иди. Давай, давай. Родная, с папой и мамой будет Орас. Можете выходить. Он не пришел. Не пришел. Его нет. О, Господи. Вы можете им помочь. Успокойся, не прыгай. Ребенка напугаешь. Я рассказала ему все, пока ехала сюда. Одну минуту. Что такое? А откуда ты узнала? Откуда ты узнала, что я собирался убить Каю?